Здравствуйте, это маршрут 1716. И с вами в прямом эфире Иван Притуляк. И Анастасия, которая вспомнила, что она в детстве хотела быть балериной, Липатова. Да, все принцессы они были. А, ну хорошо, конечно. Настя, ну, насколько я понимаю, ты у нас сцены не боишься. А есть ли те вещи, которых ты боишься? Ой, я, если честно, вообще очень много чего боюсь. Я скорости боюсь, я темноты боюсь, я высоты боюсь. Вот так бы сидела и из дома никуда не выходила. Безопаснее. Между тем, ученые утверждают, что для того, чтобы побороться со своими страхами, необходимо встретиться с ними лицом к лицу. А ты сейчас мне предлагаешь ночью выйти на улицу, забраться на крышу дома и там погонять на машине? Я об этом и не мечтал, конечно, Настенька, но есть выход гораздо проще. Можно сходить в любой наш омский парк аттракционов и указанные действия притворить в жизнь. Один нюанс. Я вот недавно был как раз в одном из таких парков. Много экстремальных там? Экстремального там очень много. Правда, экстремальное не по дизайнерским задумкам, а из-за, скажем так, обветшалости и ухудшения ситуации. Угу. Мы с сыном буквально на этих выходных ходили, гуляли по одному из омских парков, катались на аттракционах. Вот как будто в прошлое попал. Окунулся в те же самые аттракционы, которые были тогда, когда я был 4-летним парнем. Ничего не изменилось. А хватит рассказывать, да. Давайте лучше это посмотрим. Экстрим по-омски от семьи Притуляков. Мы находимся в парке, в котором в свое время я в возрасте своего сына отдыхал, веселился, катался на аттракционах. И сейчас хочется посмотреть, насколько изменились эти аттракционы, стали ли они лучше, имеют ли они тоже воздействие на детей. В этом поможет наш эксперт по аттракционам Глеб Иванович. Кассы стояли тогда примерно здесь. Они раньше были деревянные. Сейчас они обшиты мегамодным сайдингом. Ну как мегамодным? А, все, это теперь официальное здание касс вот здесь вот. Сюда пойдем. Будьте добры, на детскую железную дорогу билет один. Ага. Угу. Так, и вот сейчас как раз мы прокатимся на моей некогда любимой карусели. Четверть века прошло с того, где я последний раз на нее садился. Удастся ли вызвать те же самые ощущения, которые были в детстве? Детские ощущения вернулись. Да, та же самая детская радость. Правда, когда смотришь на это уже взрослым взглядом, видишь это жарчево, слышишь этот грохот, удовольствие убывает на порядок. А мне было страшно. Ну что, Глеб, что тебе понравилось? Мне понравилось то. Не, подожди, ну конкретно скажи, что тебе больше понравилось, новые аттракционы или старые? Новые. Новые, да? А почему? Потому что они самые крутые, самые веселые. Ну да, конечно, не Диснейленд. Увы. Ваня, а какой это парк, кстати? Это парк «Зеленый остров». Угу. А, «Зеленый остров» точно не попадет в нашу карту путеводитель, которую мы с вами, телезрители, составляем, потому что его даже не занесли в номинацию «Парки, улицы, проспекты». А что занесли? Ну, а давай прокатимся по этой номинации и посмотрим хотя бы шестерку победителей на данный момент.
Итак, мы видим, что сейчас на первом месте в нашем голосовании находится парк 33 ВЛКСМ. Если вы хотите поменять ситуацию и принять участие в нашем грандиозном проекте, заходите на наш сайт и голосуйте за тот парк, который вам больше всего понравился. Кстати, там, кроме парков, есть еще куча других номинантов. Да, но я думаю, что все догадались, что сегодня мы в студии обсуждаем тему «Омская карусель. Скука, опасность или все-таки развлечения?» И помогут нам ответить на этот вопрос наши гости, наши эксперты. Сегодня на карусель маршрута 1716 присел уже друг нашей программы Юрий Николаевич Федотов, депутат Омского городского совета, один из инициаторов запрета установки в парках новых аттракционов. Мы поговорили немножко за эфиром, там есть определенные нюансы, и вы про них расскажете более подробно, когда вам предоставим слово отдельно. Страшный Хорошо? Человек вы, Юрий Николаевич, аттракционы запрещаете. Добрый и справедливый. Так, за другой трибуной у нас Константин Александрович Лукашевич. Это директор муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха 30-летия ВЛКСМ». Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, вы тоже можете к нашей беседе присоединиться. Телефон нашего эфира 60 70 44. Звоните, если у вас есть комментарии, либо же вопросы к нашим экспертам. Да, побеседуем. А я обозначу правила нашей беседы, нашего разговора. Говорить можно не больше одной минуты. Когда временной лимит истечет, вы услышите вот такой вот звуковой сигнал. Значит, нужно останавливаться, закругляться. Итак, мы начинаем. Вопрос первый к вам, Константин Александрович. А почему омские парки, на наш взгляд, застыли в прошлом? Карусели старые, советские, новые почему-то не появляются. Время. На самом деле новых достаточно много на сегодняшний день. Это веревочный парк, который в этом году запущен, и комплекс аттракционов, который «Веселые колобки» называется, где колесо обозрения, есть карусель и запускается в настоящее время. Это железная дорога. Хорошо, три. Остальной пул. Какой остальной? Наши самые классические. Вихрь, сюрприз. Веселые горки. Орбита. Сколько им лет? Пенсионеры. Это востребованные аттракционы, которые на сегодняшний день и без них просто наши граждане нашего города будут скучать. Поэтому это понятно. Они все в возрасте, но они все в хорошем техническом. Вы так как о человеке, состоянии. Тактично. В возрасте, да, конкретно, сколько лет старикам? Самый возрастной – это колесо обозрения наше, 79-го года. Но оно каждый год проходит техническое освидетельствование и получает допуск к тому, чтобы ему продлять. Хорошо, спасибо большое. Да. Ваше время на этот вопрос мы сейчас говорить больше не будем. Да. Юрий Николаевич, и к вам вопрос. Почему вы ополчились на карусели? Я напомню для телезрителей, что именно Юрий Николаевич, депутат городского совета, выступил с антикарусельными санкциями. Есть другая причина? Или вот тоже из-за старости, ветхости карусели вот такая была у вас инициатива предложена? Время. Информация была журналистами искажена, потому что не только я, многие депутаты выступили против застройки парков. Имеется в виду объектами капитального строительства, торговые центры, аквапарки там, и так далее. Ну, например, в парке 33 ВЛКСМ планируется построить 40-тысячный торговый центр. Под видом того, что там что-то будет для развлечений и так далее, и так далее. Понятно, что все вокруг вытопчут и заставят машинами, понимаете? Поэтому депутаты против этого выступили. Но, кстати, отдельно обсуждалось как раз то, что старые аттракционы разрешить менять на новые, то есть не расширяя вот эти пятна застройки. То есть площадь оставить одинаковую, да? Ну, на площадь условно чтобы... говорится. Ну, условно говоря, не вырубать дальше зеленые насаждения. То есть на тех же пятачках и полянах заменить старые аттракционы на новыми, пожалуйста. Но без вырубки зеленых насаждений. Вот что имелось в виду концептуально. В принципе. То есть один вынимаем, второй на его ну место ставим. Ради бога, да. Но моя точка зрения вообще как бы немножко иная по поводу аттракционов. Если позволите, я потом ее изложу. Да, потому что у нас как время. Как раз время подошло. Ну вот мы говорим старые аттракционы, да, а если честно узнать год рождения, допустим, мне и моему сыну, которые были на экспертизе, условно говоря, в прошлые выходные, не удалось. Люди, которые работают, они не в курсе, сколько лет аттракционам. Хотя по внешнему виду можно определить, что он достаточно не в возрасте уже. Давайте еще раз напомним, скажите, пожалуйста, какой самый юный и самый пожилой аттракцион в парке, допустим, 33-го ВЛКСМ? Самый юный – это веревочный парк, самый пожилой – это колесо обозрения. Колесо обозрения, напомните, когда оно было построено? В 79-м. В 79-м году, да? А вот мне интересно, вообще, 35 лет, да, 36, у карусели есть срок годности? Когда мы на пенсию можем отправить есть аттракцион? Есть у карусели срок годности, и у каждого по технической документации он указан. Ну, максимально, если смотреть, где-то 12,5 лет. Потом идет техническая экспертиза соответствующей организации, которая сотрудничает парк. И каждый год продляется этот срок. Вот все.
таким вот образом построено. Скажите, пожалуйста, а когда последний раз устанавливали свежий аттракцион в парке 33-го КСМ? Последний – это веревочный парк, я уже сказал. А когда? В мае, 9 мая его запустили. Этого года, получается? Да, этого года. А, ну это хорошо. Это хорошо. Ну и там были веселые колобки, колесо обозрения, которое новое. Это прошлый год, конец сезона, то есть сентябрь. Юрий Николаевич, вы так и не высказали свое мнение по поводу парков аттракционов. Понимаете, мы собирались вернуться, да, к этому. Понимаете, те парки, которые мы с вами привыкли раньше, это машинки такие, педальки там дети крутят и так далее. Это же, пожалуйста, можно в любом месте, которое асфальтировано, либо ну, есть место, где разогнаться на машинке, или там качельки в прошлом, которые были. Это все прошлое. Сейчас высокотехнологичные аттракционы, и если мы говорим об аттракционах серьезных, и неком таком парке аттракционов, его ни в коем случае в зеленой зоне строить нельзя. Потому Почему? Что любой аттракцион, он себя оправдывает, окупает при большой проходимости. Эти люди просто все вытопчут. С точки зрения зелени. Вот парк аттракционов, если мы говорим, и зеленый парк – это две несовместимые вещи. Вот я везде в мире… А практики-то я показывают, везде... что совместимы. Да. Нет, нет. Вы в мире видели большие парки аттракционов. Их иногда даже сооружают временно на площадях. Да, их это иногда, понятно. Да, они высокотехнологичны, с мощной гидравликой, с острыми ощущениями. На них катаются не только дети, на них катаются и взрослые. И они все ориентированы на большую проходимость. То есть большой поток должен быть людей. И там совсем не играют роли там деревья, зеленые насаждения и так далее. Они как раз страдают. Потому что когда ставится серьезный парк, и вот этот помост, под ним потом зеленой травы не остается. То есть она вся придавливается. Вот, где ездят машинки, там же специальные сложные технические сооружения. И вот под такие парки, конечно, у нас нет инвестора или того, кто желал бы. Бюджет вот. Не может вложить. Вы сами отвечаете как бы на поставленную вами проблему, да? У нас как бы с советского времени повелось даже тот же парк 33-го КСМ и природный парк, и здесь же аттракционы. Как-то же нужно привлекать это людей. Старые... Ну, не заложено у нас в культуре просто это... пройтись по березовой роще с ребенком. Более Они пойдут того. В парк только потому, что ребенка нужно чем-то развлечь. Более а это того, аттракционы. В парке... Любого нормального человека заложено в природе прогуляться. По природе пройтись по зеленому парку, у любого посидеть на траве, у любого нормального человека заложено. Ну вот смотрите. А вот, пойти покататься на карусельке или более сложном сооружении, да? Это может быть отдельно. Вот смотрите, для этого парк... не нужно выпиливать деревья, понимаете? Для этого достаточно отвести место и построить там шикарный аквапарк, как сделал Оркиш там в Амуре. Он же не нуждается, то есть парк, слово, это просто корень этого, которое однокоренное слово, но это не значит, что одно и то же. К нам присоединяются телезрители, да. Здравствуйте, здравствуйте, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте, меня зовут Анастасия, моему сыну 9 лет, и сейчас летом мы буквально каждые выходные ходим гулять в парке. Но вот некоторые карусели, если честно, абсолютно доверия никакого не вызывают. Вот у меня такой вопрос к экспертам. Вы сами своих детей на этих каруселях катаете? Интересный вопрос, да. Анастасия, спасибо. Константин Александрович, своих детей катаете? Внуков, дети уже выросли, внуков, да. И не боитесь? Нет. И на колесо обозрения 35-летний садится? Он еще для колеса обозрения маленький, посажу и сам сяду. Значит, хорошо. Вы заявляете, что сами тестируете свои карусели и не боитесь? Да. А вы пробовали в каких-нибудь других странах, там, не знаю, там, ну, за рубежом в парках развлечений? Смотрели, как это все выглядит, как это делается по-другому? Да, смотрел. Есть новые, есть то же самое аттракционы, которые уже достаточно в возрасте. И технология абсолютно такая же, как у нас. Продление... Я вам не верю. Я не была сама в парке за границей, но я не верю, что продление. Где-то есть такой же вихрь, как у нас. Или не, ну та... в Болгарии, может быть, есть. Мы смотрим на то, что, может быть, он где-то краска не обновлена, но я говорю о другом. О внутреннем, да? О техническом состоянии. То есть, когда узлы, агрегаты соответствующей организации под экспертиза делается и меняются на новые. Ну, то есть, нету такого, да, что... Я хорошо, хорошо. Юрий Николаевич, а вы как? Что ж такое? Ну, Эйфелева башня тоже по-своему аттракцион. Сложное техническое сооружение. Ну, да. С большим уже слоем краски, потому что ее регулярно обновляют. Безусловно, проходит регулярно техническое освидетельствование. Не, я вот вопрос телезрительницы. Не боитесь кататься и катаетесь сами со своими? А, своих детей, когда они были маленькие, я катал на этих карусельках. А сейчас я уже внуков жду в данной ситуации. Будут внуки, посмотрим. И будете катать на омских каруселях? А, не знаю, я давно не был на этих каруселях. Может быть, они уже не внушают доверия. Надо посмотреть. Просто вот вы говорите, что нельзя новые устанавливать карусели. Но не можно у всех сейчас новые. Возможность есть поехать за границу вместе с твоими ребятишками, вместе с внуками показать, как это хорошие, настоящие карусели. И вот единственное развлечение – это наши парки аттракционов. Пусть они работают. Хотим... Пусть вместо этих каруселей ставят новые. Но я еще раз подчеркну, но не под
поводом того, что надо для детишек карусельку поставить или аттракцион, там вырубают деревья и ставят целый комплекс зданий. А там сбоку где-то маленькое, там какой-то детский уголок нечто. Развлекательный есть. Машинки сбоку выдают, они по асфальту, по парку катаются. А все остальное это торговый центр. То, что я сейчас вижу, попытки застраивать парки, как раз вот они вот таким образом осуществляются. То же самое, как хотели колесо обозрения поставить в парке вот рядом на Партизанской, да, в сквере. А опять-таки, там была такая ситуация, что строительство было разбито на два этапа. Первый этап – это пятиэтажное здание с ресторанами там, и так далее. И потом параллельно колесо обозрения. Я шутил по этому поводу, что первую-то часть построят, а на вторую либо денег не хватит, либо колесо забудут прикрутить, понимаете? В продолжении нашей темы хочется сказать следующее. Русский народ, он в этом плане творческий. Абсолютно творческий. В продолжении темы по поводу качества наших каруселей, аттракционов и прочего. Вопрос не только в древности, но еще в том, что некоторые из них опасны. Летом новостные ленты пестрят страшными заголовками. К примеру, несколько детей получили травмы, катаясь на том же самом сюрпризе. И у нас, к сожалению, есть список уже таких трагических случаев. Давайте посмотрим. Из парка развлечений уехали на скорой. ЧП произошло в парке имени 30-летия ВЛКСМ летом прошлого года. Во время катания на аттракционе «Кенгуру» лопнула одна из пневматических подушек, и кресло, в котором сидели две девочки, упало. Дети получили травмы, но не очень серьезные. Школьницы были пристегнуты ремнями безопасности. Это их и спасло от обезумевшего «Кенгуру». А вот карусельное ЧП в Таврическом районе с ссадинами не обошлось. 2-летний мальчик получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Причиной увечий стало банальное развлечение – батут. Владелец надувной конструкции нарушил правила безопасности. Он не зафиксировал ее должным образом. В итоге, в тот момент, когда на батуте прыгал 2-летний ребенок, из-за сильного порыва ветра аттракцион приподняло вверх и опрокинуло вниз. Ребенок упал на асфальт. С переломом грудного позвонка из советского парка в 2007 году в больницу доставили 5-летнюю девочку. Ее туда отправил аттракцион-симулятор «Скат». Дверь карусели во время работы открылась, и ребенок с высоты выпал прямо на металлическую конструкцию. Не всегда от аттракционов страдают дети. Иногда и взрослые люди калечатся в поисках очередной порции экстрима. Так, в 2009 году Амичка решила вспомнить юность и прокатиться на всем известном вихре. Посетители аттракциона радостно визжали, делая круг за кругом. Вдруг кто-то вскрикнул и раздался глухой удар. На асфальте лежала девушка. Карусель быстро остановили, и толпа обступила упавшую. 20-летнюю девушку увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытой травмой живота с разрывом печени. После такой информации, если честно, даже уже продолжать беседу не хочется. Но, тем не менее, мы это будем делать. Мы же прекрасно понимаем, что это скорее исключение из правил, а не правила. Хотя... У нас, кстати, есть звонок. Давайте послушаем, может, как раз нам на эту тему. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да, здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Анна. Анна, слушаем ваш вопрос. Хотелось бы высказать свое мнение, почему ни разу не говорили про стоимость каруселей. Это же можно разориться. Я сходила в парк с ребенком, потратила около 1000 рублей, хотя прокатились всего на 5 аттракционах. Я же не могла отпустить ее одну, ведь моей дочке 6 лет. Мы, естественно, катались вдвоем, буквально через полчаса денег уже не было. И главное, за что я заплатила? За скрипучие ободранные динозавры? Я не зарабатываю столько, чтобы каждые выходные выбрасывать по 1000 рублей. Угу. Хотелось бы узнать, чего все-таки такие суммы. Анна, да, спасибо вам за звонок. Константин Александрович, я думаю, что вам ценообразование адресуем. Чем обусловлено? На протяжении нескольких лет последних цена не повышается, несмотря на то, что в стране у нас инфляция достаточно серьезная. Вот, но мы говорим о содержании, о качестве обслуживания вот этих аттракционов, и в то же время пытаемся экономить на этом. На этом экономить нельзя. Совершенно верно. Так может лучше повышать цены, зато они будут безопасными? Мы говорим, вот сейчас слышим вопрос о том, что цены и так большие. Понятно, что мы... Ну сколько вот сейчас, приведите это, пример, вихрь, сколько стоит? 70, 80, 90 рублей, ну на разном аттракционе по-разному. А стоимость установки, допустим, такого аттракциона вихрь? Вихрь? Да. Ну вот я знаю колесо обозрения последнее.
оно, колесо обозрения само где-то порядка 6 миллионов, и плюс еще миллион с чем-то эта установка. Ну, это самый максимальный, я так понимаю. Ну, да. Вот сейчас вот все карусели в «Вихрь» мы сейчас не ставили последний раз, поэтому я не могу сейчас цену последнюю вам сказать. А вот вообще кому принадлежат карусели? Карусели принадлежат парку и принадлежат предпринимателям. А это... То есть это поровну, да, получается, да? Ну да, не поровну. Допустим, 23 карусели в парке 30 лет в ОКСМ, это принадлежат... Городскому бюджету, да? Не городскому, это муниципальному предприятию. Угу. И остальные до 36, сколько там остается, это частных предпринимателей. Но они в аренде у нас. То есть точно так же они находятся на техническом обслуживании у нас. А вот если бизнесмен захотел установить новую карусель, это вообще сложно? Сложного ничего нет. Он обращается с заявлением о том, что он желает что-то сделать в парке. В результате это заявление рассматривает администрация, технический персонал, то есть он конкретно прописывает, что он хочет сделать по пунктам. То есть если это карусель, то какая техническую документацию представляет, и уже администрация... Спасибо, решение. Константин Александрович. Мы примерно поняли схему, да, что она не такая сложная, но не такая простая. Я думаю, что нужно приближаться к финалу, да, и у нас вопрос, давайте к вам, да, последний вопрос. Что нужно сделать, чтобы наши омские парки стали похожи на Диснейленды? Были не только надежными, но и красивыми. Вот это мой главный вопрос. И не только красивыми, но и надежными. Время. Ну, конечно, это финансы. Первое, что должно быть. Без хороших финансов нельзя приобрести хороший аттракцион. Будет это вложение... Ну вот ваш план, у кого деньги брать? Будет эти вложения парка. Одно направление – это свои собственные. Второе – это привлечение каких-то инвесторов. А есть план, как привлекать инвесторов? Ну, мы привлекаем. Веселые Колобки тоже зашли туда. Ну, Веселые Колобки, это за сколько лет последний раз вот карусель была новая? Ну, за 10? Наверное. За 10 лет первый раз привлекли инвесторов. Ну, нет, хорошо работаете, Константин Александрович. Там в 2011 году были, я, конечно, немножечко утрирую ситуацию. В 2011 году были новые батут аттракционы. Установили? Нет, не батут. Там были тоже достаточно серьезные карусели. Вот поэтому каждый год что-то новое есть. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы оно быстрее все это происходило и менялось. Ну, у вас как-то нет какого-то плана все-таки, какую-то реализовательную мечту? Стратегия развития. Стратегия развития. Да. Это вот то, что я сказал. Это собственные средства и привлечение инвесторов со стороны. Хорошо, спасибо. Как раз время тоже подошло на исходе. Юрий Николаевич, к вам вопрос примерно того же порядка. Что необходимо сделать, чтобы наши омские парки были красивыми, надежными, ну и что делать с аттракционами? Должны быть новые, там не должны быть. На мой Итак, взгляд, время пошло. Парки и скверы, они должны оставаться зелеными территориями. Там, где уже людям привычно, можно старые аттракционы заменить на новые, и пусть они работают, не надо увеличивать их площадь. И в данной ситуации никогда парк, муниципальное предприятие, парк 30-летия ВЛКСМ не построит ничего нового, у него не будет этих денег, это реально надо оценивать. Поэтому здесь важно, чтобы администрация разрабатывала и давала площадки под застройку инвесторам именно под парки. Не под торговые центры, то, что сейчас делается, не под видом парков, там слово «аквапарк» где-то присутствует, реально это «Магнит», там «Лента» будет, «Ашан». То есть, Юрий Николаевич, получается, желающие поставить красивую, надежную карусель есть, просто городские власти не дают это сделать? Нет, сформированный такой как бы заказа некого, да, то есть когда власть бы сказала, вот я отвожу вот эту территорию, только не в парке, где легко, бесплатно землю можно отдать, да, там коммуникации все есть, деревья выпилили и поставили, а действительно где-то пустыри осваивают. Потому что, в принципе, для парка хорошего, с большой проходимостью, просто нужна территория. Потому что тоже Диснейленд, он не является парком и сквером. Это парк аттракционов. Вопрос в разрешенном использовании, да, грубо говоря. Вы упомянули Диснейленд. Ну, например, это просто парк аттракционов. Это серьезное, красивое получается сооружение. Надо упростить законодательство. Нет, надо выделить площадки не просто под застройку там, массового жилья и по актам выбора раздавать, а именно сформировать участки, опять-таки зоны такие, да, должны быть. Да, нужно это стимулировать же бизнес, почему они захотят-то там устраивать? Архитектура, ну надо давать в данной ситуации выделять эти средства без торгов, это тоже возможно. Под эти цели без торгов выделять землю, это возможно. Вот как раз под другие цели на торгах, а вот здесь можно выделять целевым назначением, могут быть инвестпроекты такие. Спасибо вам большое за беседу. Все, да, у нас время подходит к концу, ну, честно говоря, вроде тема такая веселая получается.
получился, наверное, разговор немного грустным. Вы знаете, вот по поводу несчастных... И получается, никакого вывода хорошего мы не сделаем. В ближайшее время в Омске так и не появится хорошего парка развлечений. Сверхнового мегапарка, да? Потому что в парках строить уже нельзя, заменять старые аттракционы на новые не на что, а город не выделяет мест под застройку под конкретные парки. Будем Конечно. Довольствоваться тем, что имеем. Фу, ну, тем не менее, всем спасибо за беседу. Было очень приятно побеседовать с экспертами, с такими умными интеллектуалами, да, как до вы. До свидания. А мы продолжаем. Викторина. Мы разбавим немного суровую нашу тему развлекательным моментом. Традиционно вы можете получить эту замечательную фирменную кружку маршрута 1716, если ответите на наш очень-очень простой вопрос. Скажите, пожалуйста, где в нашем городе появился первый прогулочный парк? Хотя... Да, раньше же... назывались не парки, а именно рощи. Поэтому где появилась в Омске первая роща? Это такая вот прям явная подсказка. Наш телефон 607044. Мы работаем в прямом эфире. И у каждого есть возможность позвонить, ответить правильно на вопрос, где появилась первая роща в Омске, как она называлась. Которой можно было гулять. Да, и получить эту кружечку. Мы продолжим еще пару слов о парках, скажем. О парках развлечений. Я вот когда побывал в этом самом Зеленом острове, не у меня было ощущение... Парков, да, отойти. Не могу. У меня было ощущение, что я попутешествовал на машине времени. Реально, все как в прошлом. А у меня недавно то же самое было. Мне тоже казалось, что я проехала на машине времени, я была в театре кукол. Оказывается, так интересно. И профессия кукловода очень опасная и сложная. Ее даже ставят в ряд с шахтерами, с летчиками-испытателями. Кукловоды уже через 25 лет уходят на пенсию. Остальные секреты театра кукол смотрите уже в эту пятницу в 20:40 на 12 канале. Сегодня театр «Арлекин» – это огромное современное здание. Ведь когда все начиналось в 1936 году, ширмой служила обычная простынь. Там все были вместе, нам было тесно, тепло и очень по-семейному. Наши предки верили, что если кукле нарисовать нос, улыбку, глазки, то она может ожить и похитить душу. Вот такие вот ботинки делали специально на заказ для невысоких артистов. Мы еще не сами дети, поиграть можем. Даже взрослые не перестают играть. Просто игрушки становятся другие. Это маршрут 1716. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья, ну и как называлась первая роща в Омске? Где она образовалась? Первая роща была Любина роща. Это первое место для прогулок в Омске. Она была основана в 1851 году. Там сейчас находится Любинский проспект. Угу. И почему же Любина-то роща была? А и Любина роща, ну... Как говорят, инициатором она была разбить этот сквер, поэтому так и называется Любина роща. Ну, наша известная Любочка, да, которая, в принципе, так и застыла теперь и сидит на Любинском проспекте. Ну, это, правда, всего лишь легенда, не знаем, верить в нее или нет. Да. Наталья, ну, вы совершенно правы. Любина роща – это первая роща в Омске, первый парк, не развлечение, природный. Поэтому оставайтесь на линии, ассистенты скажут, где получить вот нашу фирменную кружку «Маршрут 1716». Да, совершенно верно. Настенька, присаживайся, пожалуйста. Так, поскольку мы выяснили, что у нас Настя боится разных вещей, и в том числе аттракционов, мы решили на этот раз привести аттракционы. Ваня? Мы, это Иван Притуляк, привести аттракцион к тебе. Классический аттракцион, который есть абсолютно в каждом офисе, называется «Кресло обыкновенное начальника». Начальник отправляется в отпуск, а человек садится, и поехали. Вань, ты серьезно, что ли, Ваня? Да, я максимально серьезно. У меня уже голова кружится. Тошнит? Нет пока, подожди, сейчас будет нужный эффект. Итак, друзья, на этой радостной ноте Настенька себя чувствует прямо как человек, бывавший на омских аттракционах. Да. С вами был маршрут 1716, Анастасия, как взбодренная Липатова. Да, Иван Притуляк со своим фирменным трюком аттракционом. Вертолет. Да. До свидания. До свидания.